победой. Что не получилось вчера? Давлел ли, может быть, как-то вот традиция это свидетель нелегких игр? Спасибо. Да, не давлела традиция нелегких игр. Вчера просто мы были медленнее, проигрывали борьбу. Поэтому вот результат такой был. Но хорошо, что в третьем периоде народ перестроился и смогли вытащить игру, заработать очко. Буллитной серии не помешало некоторое отсутствие опыта? Это была первая буллитная серия? Да нет. Здесь опыт не набирается буллитными сериями. Здесь на тренировках тренируются все. Сегодня вышло молодежное звено. Насколько понравилась их игра? И как часто мы их будем видеть дальше? У нас постоянно кто-то выходит. Металлург сейчас здесь. Мы постоянно кого-то привлекаем из этой команды. Мы для этого ее и создавали, чтобы была ротация состава. Поэтому что-то получилось, что-то нет. Молодцы, забили гол. Тоже хорошо. Команда сейчас будет время для отдыха. Дадите выходной ребятам перед локом? Да, завтра выходной. Послезавтра уже начнем готовиться к следующим играм.